Рассмотрим, как загружать данные из кодировки UTF-8 в MapInfo в кодировке Windows 1251. Директория, в которой хранятся данные, полученные из набора data.nextgis.com. Мною созданная директория 1251, где будут храниться промежуточные shape-файлы в кодировке 1251. Директория MapInfo, в которую попадет tab-файл MapInfo. Открываем QGIS. Добавляем векторный слой shapefile из набора данных NextGIS. Для примера возьмем Boundary Polygon. Выбираем кодировку UTF-8, так как исходные данные из Data NextGIS Home хранятся в UTF-8. Открываем. Проверяем корректность отображения. Все в порядке. Сохраняем shapefile, устанавливаем кодировку win1251, сохраняем в директорию 1251, называем boundary. Переходим в MapInfo. Выбираем Universal Data. Выбираем наш shapefile в кодировке 1251. Считываем координатную систему 4326. Устанавливаем кодировку 1251. Загружаем boundary. Рабочий каталог. ОК. Итак, проверяем корректное отображение. В рабочей директории появился файл boundary-tab.